Митсубиси Паджеро Спорт. Настоящий японец в нашей сегодняшней программе. Поехали! Новый Паджеро Спорт. Компромиссы не для тебя. Для тебя есть автомобиль, элегантно вписывающийся в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведущий себя решительно в самых сложных условиях бездорожья. Выбирая Mitsubishi Pajero Sport, ты сам диктуешь условия, ведь в твоих руках система полного привода Super Select 2, аналогов которой нет на российском рынке. Какой привод выбрать, решать тебе. В новом модельном году была переосмыслена концепция дизайна. Дизайнеры подчеркнули ощущение ширины и основательности за счет светодиодных LED-фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный и изысканный внешний вид. Габариты автомобиля увеличились и составляют 4825 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1835 мм в высоту. Дорожный просвет 218 миллиметров. Изменения коснулись и интерьера автомобиля. Обновленная напольная консоль и мягкие подлокотники значительно улучшают внешний вид и более комфортно для водителя и пассажиров. Привлечет к себе внимание в салоне и новая 8-дюймовая цифровая приборная панель, впервые представлена в модельном ряду Mitsubishi. Также по-прежнему будут доступны комплектации нового Pajero Sport со встроенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъем для зарядки устройств, а также розетка на 220 Вт. Что нового вы увидите в Pajero Sport? Естественно, новый впечатляющий дизайн передней части, новый дизайн LED-оптики, цифровая панель приборов, управление со смартфона Mitsubishi Remote Control и бесконтактное открытие багажника. Ну вот мы и сидим в легендарном Pajero Sport. С нами едет Ян, редкое имя, нередкий автомобиль. Ян нам сейчас расскажет про все новшества, которые нас ждут в рестайлинговой версии. Хотя, если честно, я не знаю, зачем что-то рассказывать о Pajero. Он уже давно все сам о себе рассказал. Но, тем не менее, Ян. Да, у нас рестайлинговая версия Mitsubishi Pajero. Это третье поколение Mitsubishi Pajero Sport. Версия в максимальной комплектации. Автомобиль с дизельным двигателем, 2.4 мотор, 181 лошадиная сила. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Также этот автомобиль, как и его предшественники, собирается на раме. Это с уникальной системой полного привода Super Select второго поколения. Значит, давай сразу о грустном. Сколько стоит? Да, по ценнику обязательно сейчас скажу. Стоимость у них начинается базовая 2 миллиона 950 тысяч рублей. Это с механической коробкой передач будет версия. С дизельным двигателем. С механикой? С механикой, да. Есть версии, где идет еще механическая коробка передач. Это для искушенных любителей рыбалки, охоты. Значит, и будет еще три комплектации на автомате. То есть базовая комплектация на автомате будет начинаться 3150. Предмаксимальная комплектация автомобиля будет стоить 3600. И максимальная комплектация, как сейчас у нас представлена, 3800. Удар прямо в самое сердце. На поражение. Также хочу добавить, что да, есть еще версии с бензиновым мотором. Их всего две комплектации. Здесь цена будет 3600 и 3800. То есть не будет механики, будет только автоматическая коробка передач. Но это уже для любителей бензиновых версий. В основном, да, представлены именно дизельные версии. Значит, 4 комплектации с дизельным мотором, которые пользуются наибольшей популярностью у данной марки. Но смотри, даже при такой стоимости
Ну, на данный момент это самая дорогая машина, на которой я ездила. Во всех программах поехали. А, ты сказал мне за кадром, что ждать машину надо около 4 месяцев. Да, все верно. В связи с тем, что сейчас вышло обновление у Mitsubishi, это рестайлинговая версия, сейчас действует так называемый предзаказ на автомобиле. То есть люди, которые ждали обновления. Машина относительно недавно только появилась на российском рынке. То есть еще даже, наверное, не прошло полноценного месяца, как машина появилась в дилерских центрах. Заказ, да, составляет от 2 месяцев до 4 месяцев. Почему до 4 месяцев? Все зависит от комплектации. То есть если мы рассматриваем самую максимальную комплектацию, как у нас сейчас представлено на тест-драйве, то да, здесь поставка автомобиля до 4 месяцев. Связано это с комплектующими, которые поставляет производитель в Россию. Комплектующие у нас едут из-за границы, то есть это либо Таиланд, либо Япония. И в связи с этим, в связи с поставкой комплектующих, оттягивается и сборка автомобиля. Я-то думала, в связи с бешеным спросом. Да, помимо этого, безусловно, спрос также есть. То есть сейчас производитель выполняет свои обязательства перед клиентами, которые заказали автомобили. И после того, как будет выполнен заказ на эти автомобили, уже машины появятся в свободном доступе, в свободной продаже, где можно спокойно прийти, посмотреть автомобиль в дилерском центре. Но я и сейчас пользуюсь моментом, приглашаю всех наших читателей, зрителей в дилерский центр. Находимся мы по адресу Тракторная, 33, где можно прийти и посмотреть автомобиль, познакомиться с данной версией и также пройти тест-драйв, соответственно, на автомобиле. Ну смотри, какой твой прогноз для людей, которые собираются купить автомобиль, ну, конкретно Pajero Sport? Лучше сейчас уже бежать на предзаказ или все-таки подождать, пока ажиотаж спадет? Или прогнозируется, ну, собственно, традиционное повышение цен. Сразу скажу, да, безусловно, повышение цен, оно прогнозируется, оно 100% будет, это зависит еще от внешних факторов. Лучше, конечно, заказывать сейчас. Есть возможность привести сейчас любой цвет и любую комплектацию под заказ клиента. Ну и, соответственно, да, не забываем про повышение цен. Оно есть, условно, даже с апреля месяца, как был открыт резерв на эти автомобили, машина с апреля подорожала уже на 120 тысяч рублей. С апреля по текущий момент. Я знаю, что многие ждут новогодние распродажи. Можно не ждать, да? Ну, опять же, нужно понимать, будет ли доступность по автомобилям. Если эта доступность будет, то, безусловно, распродажа будет автомобилей. Но не забываем еще про тот момент, что есть так называемое насыщение рынка автомобилем. Производитель пока даже не запустит какие-то дополнительные скидки на автомобиль, пока не будет насыщения на рынке, то есть пока рынок не получит большой объем этих автомобилей. Как только автомобили насытятся на рынке, будет доступность этих автомобилей, мы уже сможем и говорить о каких-то скидках и так далее. Сейчас, на текущий момент, на фоне дефицита автомобилей, что их нету, то есть мы сейчас фиксируем стоимость при покупке автомобиля, ну и ждем, соответственно, за исполнение. В общем и целом, лучше поторопиться. Лучше в целом, да, поторопиться с покупкой, да, пока, соответственно, ценник еще больше не взлетел, и заказать спокойно автомобиль, ждать исполнения заказа своего автомобиля. Ну и еще у меня есть один такой насущный вопрос о внешнем виде. На мой такой монументальный старообрядческий взгляд, я не понимаю, зачем искренне, вот почему брутальную, легендарную тачку начали зализывать под какие-то евростандарты. Это требования моды, это желание клиентов. Почему? Куда деваться нам, брутальным мужикам, который живет у меня внутри? Ну да, скажу так, что правильно вы подчеркнули, что да, все-таки это, наверное, тенденция моды, мир на месте не стоит, автомобилестроение также развивается, как и весь мир. Клиент хочет видеть какое-то обновление, что клиент, может быть, ему приедаются какие-то классические формы, он хочет видеть какое-то разнообразие, хочет видеть, чтобы бренд развивался. Да, останется, безусловно, контингент, который привык к более классическим формам, и будет, опять же, люди, будет контингент тот, который будет рассматривать и смотреть автомобиль
в рестайлинге будет рассматривать какие-то обновленные версии и захочет просыпаться утром и видеть у себя из окна не классический вид Паджеро, а уже хочет видеть более солидную, более современную машину. Эта машина, я сразу скажу, обновилась не только внешне, эта машина и обновилась и технически. Очень много изменений, и мы, опять же, я скажу так, что фактически от старого Паджеро здесь, наверное, осталось только название, что это Паджеро Спорт. Во всем остальном эта машина изменилась и технически, и внешне этот автомобиль преобразился. Ну да, мы стояли с нашим продюсером, она у нас такая девочка-девочка, обсуждали этот же вопрос, и она говорит: нет, ну почему большая машина не может быть еще и красивой? Безусловно, автомобиль должен привлекать внимание. Опять же, отталкиваясь сейчас от клиентов, которые приходят и смотрят автомобиль, очень многие выбирают автомобиль с точки зрения внешнего вида. Как эта машина будет смотреться, как эта машина будет смотреться в обществе, что скажут там те же самые соседи. Ага. И да, человек сейчас выбирает, наверное, даже больше уже взглядом. Да. Сейчас обогнали фуру. Потом Патриот. Ну, наверное, вы поняли, что мы это сделали как, ну, их как стоячих, да, но я все равно об этом сделаем скажу. Акцент на это. Да, да. Сделаем на этом акцент, потому что масса автомобилей большая. И в принципе, сколько здесь лошадей? 181. Здесь 181 лошадиная сила, да, и вес автомобиля, я поправлю, да, 2 тонны 250 килограмм. То есть вполне тяжелый автомобиль. Да, и на мой взгляд, это такая пропорция, которая позволяет автомобилю быть достаточно резвым. То есть для своей массы, для своих габаритов, ну, не возникает вообще никаких проблем, вот этих сомнительных моментов, обогнать или не обогнать. Да, конечно, обогнать. Она подхватывает. Естественно, как бы там все у нас по правилам, да? Под знаки не обгонять, сплошные не пересекать. Вот, ну, в общем, здесь все вот как было оно на Паджеро. Раскрой секрет, я сама езжу на Паджеро. Правда, на стареньком, на третьем, но даже там, ну, мне все понятно про эту машину. Наверное, так нельзя говорить, нельзя быть пристрастной, но здесь я пристрастна. Паджеро – это Паджеро. Для вас это родная стихия. Для меня это дом родной. Я сюда села и такая: ну, привет, малыш. Размеры, вот как тебя покачивает вот так вот на дороге. Просто если ты любишь большие машины, на мой взгляд, у тебя не сильно много выбора. Сейчас китайцы вклиниваются с этой темой, да? Но пока только вклиниваются. Хорошо, качественно, но посмотрим, как говорится, практика покажет. А здесь вот, ну, здесь уже все понятно. Можно поцелуй в руль. Так, ладно, давай от моей вот этой вот всей любовной лирики к жестким фактам. Сейчас цены растут не только на машины, но и, соответственно, на бензин. Поэтому сколько кушать в граммах, то есть сколько, в литрах? Сколько кушать в литрах? Ну, с точки зрения технической части, да, здесь доработали и тот же самый двигатель по сравнению с предыдущим поколением. Здесь и доработали и коробку. Это все те факторы, которые в том числе влияют непосредственно на расход топлива uh-huh. автомобиля. Будем говорить про те цифры, которые мы видим сами, которые мы замеряли, не которые предоставляет нам завод-производитель. Значит, по трассе здесь будет расход от 7,2 до 7,8 литров, в зависимости mm-hmm. от манеры вождения. И не забываем про тот фактор, опять же, в каком режиме мы едем. Я напомню, что здесь можно ехать как на заднем приводе, здесь классическая заднеприводная машина. Также здесь можно ехать и на полном приводе, причем можно здесь ехать на полном приводе без ограничения скорости. Если мы с вами берем смешанный цикл, это город-трассу, то здесь расход будет порядка 9-9,5 литров. И если мы возьмем с вами городские условия эксплуатации, то здесь будут порядка где-то от 11 до 14 литров. Опять же, не будем забывать про зимние условия эксплуатации. Это прогрев того же самого двигателя, да, то есть нужно постоять немножко, чтобы он поработал. Опять же, если это тяжелые условия эксплуатации автомобиля, то это полный привод, то при всех вот этих условиях средний расход по городу, да, где-то будет составлять порядка где-то
13-13,5 литров. Ну и опять же, повторюсь, не забываем все-таки про вес автомобиля. Он составляет 2,250. Эту массу нужно вести. Вот. Как-то толкать. Как-то толкать ее, да, все верно. Поэтому вот в этих цифрах где-то средний расход у нас будет порядка там, от 10 до 14 литров. Вот на эти цифры ориентируемся. И вот по факту, то, что я сейчас вижу, мы покатались по городу, немножко, буквально минут 20, отъехали от города. Куда мы едем, я пока не скажу. Секрет. Интрига. Затаим интригу. И у меня сейчас показывает 9,7, но здесь дорога позволяет мне делать дерзкие, мощные обгоны. Поэтому я думаю, цифра была бы где-то 8,7. На самом-то деле, если бы не мои вот эти вот слабости маленькие. Шалости. Шалость удалась уже несколько раз. Естественно, вопрос, который волнует всех, потому что, ну, машина семейная, все-таки, да, вряд ли кто-то покупает ее для того, чтобы там одному ездить. Безопасность. Да, немаловажный фактор с точки зрения безопасности. Сразу хочу сказать, что да, машина прошла североамериканский краш-тест МККАП, где она получила отметку 5 звезд, то есть это максимальное 5 количество. 5 из 5. 5 из 5, да, это максимальное количество звезд. Опять же, все-таки это рамная машина, и мы понимаем, что, ну, будем говорить, что это танк. Рамная конструкция автомобиля. И есть в автомобиле также куча систем активной и пассивной безопасности. Что к этому относится? Это относится и система АБС, и система ESP, и система курсовой устойчивости, и система экстренного торможения. Все эти системы на автомобиле присутствуют. В автомобиле у нас также идет 7 подушек безопасности. И есть еще дополнительные системы безопасности, помощники, так называемые, водителю. Вот в нашей версии, в максимальной комплектации, здесь представлены слепые зоны в зеркалах. Да, мне пикает. Да, то есть показывает в зеркалах, когда у нас машина находится в мертвой зоне. Это немаловажно. Тем более, часто ездит за рулем и женщины, соответственно. В смысле часто? Постоянно, будем так говорить, да. Немаловажно. Здесь есть также датчики парковки. Они как устанавливаются в передней части автомобиля и в задней части автомобиля. В автомобиле идет расширенный зимний пакет фактически во всех комплектациях, за исключением механики. То есть у нас идет подогрев руля, у нас с вами есть подогрев зоны спокойствия дворников, у нас идет подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, ну и, соответственно, также подогрев зеркал и подогрев заднего стекла. В автомобиле присутствует камера кругового обзора, то есть немаловажно. То есть у нас камера стоит и в передней части, камера стоит и в зеркалах, и камера стоит в задней части автомобиля. И все у меня здесь вот на моем скольки-дюймовом? Да. 8-дюймовом мониторе, да. Здесь стоит также функция CarPlay, то есть есть возможность подключения внешних устройств, то есть мы можем подключить с вами iPhone либо Android операционную систему. И вся та цветопередача, которая у нас есть на телефоне, она будет отображаться на системе мультимедиа. То есть тот же самый Bluetooth, то есть мы можем подключить телефон к аудиосистеме во время движения, не отвлекаться от движения, а спокойно нажать на руле на кнопки управления и уже, соответственно, поговорить со своим оппонентом. Ну да, уже сложно сейчас представить машину без этих функций. Да, человек быстро привыкает, хотя, к хорошим. Хотя, вру, где-то я встречала. На какой-то было на новой машине, я села, а там вот... Просто голый руль. Просто руль, да. Есть такие комплектации, есть у брендов, у многих брендов есть такие версии. Но это базовые комплектации, где производитель не закладывает, соответственно, какие-то дополнительные опции, а вот продает условно кузов и техническую часть автомобиля, да. Вот, по системам здесь есть также датчики давления в колесе. Опция немаловажная. То есть, опять же, так как машина рамная и автомобиль, будем говорить, ну, не для повседневной езды по городу, а у нас клиенты еще и выезжают за город на автомобиле, то где-то приспустить давление. Нет, кстати, хочу вот развеять вот этот вот миф, что большая машина для города, Паджеро только для тех, кто живет за городом. Вообще не так. Не потому, так. Потому что, когда ты едешь на большой машине по городу, это прибавляет сразу плюс 150. Карме. Да, не то чтобы к карме, а к твоей, во-первых, безопасности движения, а во-вторых, комфорту твоего движения. Потому что когда люди видят вот эту машину, да, это как бывает дружелюбно.
дружелюбные люди, улыбчивые, да, все с ними хотят поздороваться. А бывают вот такие, немножечко суровенькие. Так вот, Паджеро — это вот эта тема. Вызывает суровость. Он немножечко суровенький, то есть пропускают даже там, где не должны пропускать. Да, это есть, это относится к любому большому автомобилю, да, в том числе и к Паджеро, габарит автомобиля, да, большие. Она машина, с точки зрения габаритов, это 4800 у него длина, 1810 высота и 1800 ширина. То есть это среднеразмерный внедорожник на раме. Да, ну и опять же, возвращаясь к системам активной и пассивной безопасности, помимо датчиков давления в колесе, да, у нас еще идет и светодиодная оптика теперь, плюс светодиодные туманки. Это оптика нового поколения, то есть уже не ксенон и не галоген. То есть фактически оптика на весь срок службы эксплуатации автомобиля. Ну и коснемся гарантии на Паджеро в линейке Mitsubishi. Единственный автомобиль, у кого гарантия 5 лет, либо 150 тысяч пробега. 150 тысяч пробега. Да. Не 3 года и 100 тысяч, а 5 лет, либо 150. 150 тысяч пробега. Да. Мне кажется, за 5 лет, ну, так вот в скромном варианте нельзя наездить. Смотря кто сколько катает. Опять же, как эксплуатируется машина. То есть это может пытаюсь быть машина... Пытаюсь вспомнить, сколько я наездила. Ну, в среднем, не могу посчитать. В среднем, да, возьмем. В среднем где-то в год человек накатывает где-то 15-20 тысяч километров. В среднем. Вот и считаем, что быстрее наступит 5 лет, либо 150 тысяч пробега. Там ездила, я не вижу. А смотрите, стойте, остановитесь. Вот смотрите, какое преимущество. Не нервничайте. Руль, да, ставим прямо. Вот смотрите, для чего нам придуманы и сделаны камеры кругового обзора. Ага. Мы нажимаем вот на эту кнопочку. Прекрасно. У нас с вами включается, выключаете свет для того, чтобы у нас, выключайте свет у нас. Ага. Мы с вами видим, что и у нас происходит. Едем. Да, мы видим, что у нас сейчас колесо выкручено чуть левее. Ага. То есть, если мы руль покрутим нет, в новую сторону, то будет прямо. И мы сами можем спокойно спуститься. Но так как автомобиль — это полноценная рамная машина, и для таких условий у нас есть замечательная система. Это кнопка помощи, система помощи при спуске. То есть мы можем ее нажать. У нас с вами включилась система, мы ее увидели на индикации. Мы сейчас с вами отпустим. Отпускайте тормоз. В смысле отпускайте? Отпускайте тормоз. Отпускайте. Оно само сейчас? И просто рулите. Газ даже не нажимайте. А я еще и тормоз не отпустил. Не отпусти, отпускайте, отпускайте. Да, ну быстро как-то мы едем. Не едем. Он сейчас будет нам подтормаживать, не бойтесь. Вот видите? Сам? Да, он сам подтормаживает. А что такое он пикает-то? Это парктроники срабатывает. Вот, видите, он раз. Сейчас бампер не оставим? Нет, нет, не оставим, все, спускаем. Вот, он видите, сам, он подтормаживает систему. Он сам. Вот. Пусть я все вспотела. Вот, спускаемся. Вот, теперь включаем. Останавливаемся до полной остановки. Отключаем нам теперь ненужную систему. Система помощи при спуске. У нас индикация потухла на бортовом компьютере. Нажимаем газ. И мы тихонько сами теперь начинаем ехать. Как взрослые. Да? Как взрослые, да. Очаровательно. Почувствовали, как работает система помощи при спуске. Для чего это сделано? Он даже, как он сверху нас показывает? Сверху он показывает. Он берет композицию из 4 камер и рисует нам картинку. У нас с вами машина черная, но он нам, видите, серебристую показывает. Но он нам просто показывает компоновку, да. То есть это картинка именно с 4 камер. То есть как это происходит. Шикарно. Вот видите, многие боятся спускаться на таких спусках. Ну страшно, потому что не видно, он крутой, не видишь, куда у тебя там упирается бампер. И вот мы что сейчас отлично еще продемонстрировали, какие крутые углы съезда и выезда, что мы не зацепили ни передним бампером, ни рампой. Я надеюсь, что мы бы услышали, не зацепили ни межколесным расстоянием. Межколесное расстояние — это рампа, так называемая, от переднего до заднего колеса. И мы с вами не зацепили задним свесом, когда спустились и начали подниматься. Смотри,
Симсалабим. А сейчас будешь? Вода О3 насыщена кислородом, очищена озоном, идеально сбалансирована по минерально-солевому составу. В настоящее время вся продукция компании О3 сертифицирована и соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Новейшее оборудование водоподготовки позволяет реализовать многоступенчатую технологию очистки, включая озонирование, угольную и механическую фильтрацию, а также обратный осмос. Строго сбалансированный состав необходим человеческому организму для восполнения недостатка жизненно важных элементов, отсутствие или избыток которых в питьевой воде могут отрицательно отразиться на здоровье. Ну что ж, друзья, мы не хотели вам говорить, куда мы едем, потому что мы сами были не уверены, доедем ли мы. Потому что здесь реальная зона отчуждения, связь не ловит, куда ехать мы не знали, но куда-то мы приехали, и я очень надеюсь, что это... Дюкинские карьеры. Дюкинские карьеры или просто дюки. Что это такое и почему туда стоит съездить? Ну, во-первых, потому что аналогичных природных достопримечательностей во Владимирской области вы попросту не найдете. Дюки располагаются в 70 километрах от Владимира, и доехать до туда можно даже на легковом автомобиле. Как добраться до дюков? Кстати, на данный момент это не просто дюкинский карьер. Это официальный заказник, где нельзя разбрасывать мусор и разжигать костры. Итак, чтобы доехать до дюков, нам надо посетить поселок Болотский. Этот населенный пункт надо будет проехать и по засыпанной щебенкой дороге проехать еще 3,5 километра, после чего повернуть налево на лесную грунтовку. Верная примета нужного поворота – это куча бревен на обочине и трансформаторная будка. Но кучу бревен могут разобрать, а вот трансформаторная будка останется. Дальше еще примерно километр и будет съезд налево вниз. Все, мы почти у финиша. Дорога ведет к полянкам, стоянкам, валунам, которые выполняют роль шлагбаума. Здесь машину можно и оставить. Дальше только пешком. В конце лесной тропинки вас встретит Тамара, местная жительница. Ее можно не пугаться, она вполне дружелюбна, если вы не бросаете мусор. Ну а если бросаете, извиняйте, Тамара будет наводить на вас порчу по оставленному мусору. Вы говорите, во Владимирской области нечем заняться, а мы всегда опровергаем эту информацию, потому что вот, пожалуйста, дюкинские карьеры. Красиво? Да. Отдохнуть можно? Да. Но можно еще и полазить. Здесь сидит Евгений, который ждет нас уже битый час. Сейчас он меня будет спускать, скидывать, сбрасывать или поднимать. Ну, в общем, разберемся. Дюки – это горы вниз, природные скалодромы и просто очень живописное место, привлекающее фотографов и туристов. В палеозое нынешние дюки были морским дном. Затем спрессованные ракушки и окаменевший ил образовали доломиты. В 20 веке их активно добывали, а около 30 лет назад карьер забросили. Он вскоре оброс соснами и был облюбован местными альпинистами для тренировок. За ними потянулись и желающие приобщиться к скалолазанию и просто любители красивых природных уголков. Сосны, чистый воздух, цветущие поляны, заповедная, уникальная флора и фауна. В мае-июне здесь цветет северная орхидея или по-другому венерин башмачок. А кроме этого редкого цветка можно увидеть еще 12 видов различных орхидей. Ребят, которые лазают по скалам, здесь можно встретить круглый год. Поэтому, если вдруг вам захотелось полазить по дюкам с профессиональным оборудованием, возможно, даже не стоит заказывать что-то заранее. Вы просто приезжаете и уже видите на месте, что кто-то покоряет высоту. Это Женя. Привет. Привет. Он в курсе всех событий, которые происходят здесь, на дюкинских карьерах. Расскажи, пожалуйста, что это, с чем это едят, кто этим занимается, давно ли ты это делаешь? Это заказник. Необычное место для Центрального федерального округа. Подобное есть, по-моему, в Тульской области. Сюда приезжают скалолазы, как спортсмены, так и любители потренироваться, повысить свой навык лазания. Здесь есть несколько маршрутов. Да. Несколько спусков. Есть пробитые маршруты, ими занимаются клубы, вероятно, люди, которые обслуживают эти проушины, пробивают маршруты, камни, которые живые, они их скидывают, и остаются такие относительно безопасные зоны, на которых можно
получать удовольствие. Ну смотри, насколько я понимаю, ты любитель. Да, я любитель. Я с этим развлечением познакомился относительно недавно. Несколько лет назад меня привели друзья. У нас компания, мы вместе там катаемся на мотоциклах, ходим на сплавы, на байдарках. И вот одно из видов развлечений, вот у нас такое. Ну а все-таки, если вдруг тебе кто-то обратится, Жень, я хочу попробовать, вот, ну, спусти меня. Ну, как сделали это мы сегодня? Я откажусь, потому что это, ну, многие думают, что это экстремальный вид спорта, но на самом деле экстремальный вид спорта — это тот спорт, в котором ты не можешь предугадать последствия. Здесь, если ты все делаешь правильно, если ты все делаешь по правилам, все перепроверяешь, то это безопасно. Я откажусь по одной простой причине, потому что брать на себя ответственность за жизнь другого человека – это, ну, достаточно опасно, как бы, и я не уверен в своих навыках. Женя – очень хороший человек, который не уверен в своих навыках, но меня сегодня спустят. Просто подписала листик, сказала, что никаких претензий не имеет, я самостоятельно отвечаю за свои действия. Так, вот эта штука, это что? Это страховочная обвязка, она нужна для того, чтобы... Дай две. ...зафиксировать. Да бессмысленно, ты знаешь, она выдержит автомобиль. Отлично. Надеваем? Надеваем. Как? Нужно просунуть ножки левую и правую вот в эти проушины и пояс закрепить на бедрах. Это бедра. Держишь, Жень? Да. Прям держишь? Прям держу. Колени, колени береги. Вот, выпрямляй ноги. Смотри, насколько ты выше стала. Не хочу. Да, стала. Я сейчас упаду. Поверни колено в другую сторону просто. Я сейчас упаду. Не упадешь, я тебя держу. У меня силка, можно я... Разверни колено в левую сторону. Колено? Да. Вот сюда? Еще. Еще, поворачивайся прям. Во, видишь, как ты сразу встала по-другому. Теперь на этой ноге выпрямляйся. Выпрямляй ноги, вставай выше и держись. Я не знаю, что держаться. Есть у тебя слева есть, справа есть. Вот, молодец. Я не держусь. Стресс заедаю. После содеянного. А Деловант мне помогает, потому что Деловант – это свежий взгляд на добрые традиции. Правильный хлеб рождается в поле. Качественная продукция – заслуга целой команды профессионалов. От земли до печи. Владимирский хлебокомбинат. Свежий взгляд на добрые традиции. Предприятие входит в единую группу компаний бренда «Деловант». Салон «Митсубиши» вы можете найти на улице Тракторной, 33.